МДЖ на базе Соболя в Центральном парке. Мне нужно к ней. Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? Мы же говорили, что паук в отпуске. Дешевый трюк! Здесь все лучше! Открыть огонь! Наконец-то драка! Получать! Это просто бред! Я сломаю тебя! Люблю срывать сделки наркоторговцев. Так и крыляет. Ничего себе! Ракеты! У них ракеты! Это была разминка. Соболь, контроль. Доложите, какова у нас ситуация в Ансонии. Контроль, по блокпосту на крыше стреляют демоны. Внимание, нам поступило сообщение о нападении. Выезжайте в Центральный парк. Где же ты, МДЖ? Черт! Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэнди ж где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. И кому пришла в голову идея засунуть плату в забор? Что это? Надо уходить. И быстро! Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Надо отвлечь его от лестницы. Что за...
Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Поймала. Надо идти. Похоже, пусто. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, Стэндиш знает что-то про доктора Майклза. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Продолжаю обход сектора. Как обстановка? Конвой будет готов. Все в порядке. По команде босса мы переместим Майклза в новую площадь. Они перевозят его. Грузовик сейчас поедет. Будет мне прикрытием. Вперед, вперед! Получилось. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Собы. Она не сможет остановить Мартина Ли. Кажется важным. Убежища. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать, в котором. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказывало. Или нас. Опять? Почти добралась. Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет.
Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О! Что за Это черт? Не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди, пора идти. Он что-то знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДжей недовольна. Да, ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Что? МДжей? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДжей, не делай это, МДжей. Это слишком опасно, МДжей. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы! Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэри. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Черт, я закипаю. Надо выпустить пар на патруле. Мама Майлза. Алло? Мистер Паркер, это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором. Работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. Thank you.
Демоны хотят взорвать все здание. Снова угроза взрыва? Ну да, все как обычно. Отключаешь основное устройство, потом вторичное. Ясно. А у вас, парни, все по-старому, да? Хорошо. Теперь заключим активатором. Потеть сейчас совсем ни к чему. Получилось.
Берегись! На дальней крыше снайпера! Пора вырубить тех снайперов. Всегда пожалуйста, офицер. Всегда. Контроль агентом. Питер, я готов начать новый тест. Ты где? Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Благодарите, соболята! Хотя стоило бы. Все под контролем. Демоны устранены. Эй, я опоздал. Доброе утро. Или вечер. А, не важно. Так, среднее значение 2. Нет, это значит. Если компенсировать... Да, это точно. Да, ну, теперь нужно только активировать. Нет, да, вот. Так уже лучше. Ну-ка посмотрим.
Получилось? Займемся наукой. О, получается. А, как понять, что грант не дали? Попробуй офисный кофе. Я тут бывало неделями ночевал. Хорошо, что тут всегда есть еда. Жаль, док перестал покупать сырные чипсы. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками.
Гангстер превратился в ходячий танк. Носорог разрушил уже столько всего, что хватило бы на 3 Манхэттена. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку.
Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия! И все равно велика опасность травм! Галлий, гениально! Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней.
И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Док идет ва-банк с оборонными контрактами. Надеюсь, что нейронный протез заработает, тогда ему не придется продавать душу за кусок хлеба. Спасибо тебе, Питер. Не знаю, что бы я без тебя делал. Что ж вы раньше молчали, док? Я не хотел обременять тебя. Да и если бы я рассказал тебе, болезнь стала бы более реальной. Я боялся. Мое состояние ухудшается, но я рассматриваю это как вызов, дополнительный стимул к работе. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно.
Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Ирина на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. До приюта несколько шагов. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Проходите, проходите. Откуда у тебя? Нет, ну если так говорить. А как еще скажешь? Меньше туристов. Хм. А приложение для взлома еще работает? О-о. Всем достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Вы знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Попробую включить сирену. Ладно. Мне пора. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Нет, нужен другой путь. Еще дроны? Нужно вырубить их. Вы сопротивляетесь? Нет, сопротивляетесь. Может, ты правда отпустить? На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. О, нет!
Давай. Меня тут нет. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Ну все. Вырвался. Вот же ж... А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта, Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся. Да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Лица демонов. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик. Из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! Вот чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... что? Не, надо просто треснуть. Как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер! Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Возможно, я смогу заставить их работать быстрее.
Про Питер будь осторожен. Майлз сказал, что патрули Соболя настроены очень серьезно. Можно я по четвергам буду приходить позже? У нас собрание клуба робототехники. Разумеется. Образование прежде всего. Мэй рассказала мне про твоих родителей и дядю Бена. Прости, что сорвался на похоронах. Все хорошо, Майлз. Если захочешь поговорить, приходи. Айлин, как там дела с дочерью? Поздно. Я ошибалась, когда растила ее. О таком не забыть. Вы же общаетесь, надежда есть. Не сдавайся. Вот мудрые слова. Это чтобы вернуть ребенка. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50/50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Подозреваемый уходит. Нужно подкрепление. Происшествие в Датчтауне. Прием. Луканы! Это машина моей сестры! Эти ненормальные! Как кого-нибудь собьют! Ладно, скажи честно. Если это дыхание... Видимо, это и есть организованная преступность. Ты еще не знаешь, с кем связался. Я сотру тебя в порошок. Ah!
Много шума из-за ребят, которые едва водят. Это Бауэри, но где доктор Майклс? Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик. Или танк, или что там. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машинах. Продолжать огонь! Эй! Прекратите стрелять! Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Ха!
О, гадость! Доложи обстановку, ты задержал ли? Работаю над этим! Кричал! Паук тобой долбил! Быстрее! На таран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь! Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна. У тебя много силы. А я могу дать тебе волю. Их тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город душ. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! Лицо. Тени дали мне клятву, а я отдаю тебе силу. Маска! Что? Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю и уничтожу твою личность! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Я найду твою семью и убью всех, кого ты любишь. Нет! Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны.
Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола — личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок.